Под девизом «Мы за здоровый образ жизни» в актовом зале социально-технического техникума прошла антинаркотическая акция. Мероприятие приурочили к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Было организовано отделением профилактики семейного неблагополучия, социальной защиты «Мечта». На это мероприятие мы пригласили представителя наркоконтроля, а также учащихся, которые занимаются в детской и юношеской спортивной школе единоборств. Наркомания – это беда современного общества, которая распространяется по всем законам эпидемии. За один год один наркоман заражает, приобщает к наркотикам еще 5-6 человек. Наркомания считается в основном проблемой молодежи, так как более 70% наркозависимых – молодые люди до 30 лет. Об этой проблеме и прежде всего о профилактике беседовала со студентами главный специалист-эксперт Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Елена Аненко. Мы хотим вот этим мероприятием как бы открыть глаза молодежи и со всех аспектов, и с медицинской, и с духовной, и с нравственной, со всех позиций рассказать о проблемах наркомании в обществе. В ходе акции был продемонстрирован ролик о вреде наркотиков. В целях пропаганды здорового образа жизни на сцене выступили спортсмены школы единоборств. Абсолютно все желающие бесплатно можешь приходить в наш спортзал, заниматься карате, тэквондо, ушу, боксом. Не обязательно быть чемпионом мира. Ну, хотя бы спортсмен здоровым обязан быть. Если вы любите свою страну, своих родителей, чтете их, давайте сделаем жизнь прекраснее, без наркотиков. Или же сделаем, если хотите наркотиков, чтобы спорт был ваш наркотиком. И все нибудь другое. Хорошо? Цель мероприятия – показать наглядно, что в нашем городе есть чем заниматься. Кроме вредных привычек, можно пойти в школу спортивных единоборств, в олимпийскую школу. У нас есть такая. Так что можно заняться много чем интересным и бросить вредные привычки. Лица администрации Лабинского социально-технологического техникума хочу поблагодарить сотрудников СПОН «Мечта», сотрудников наркоконтроля, тренеров спортивных школ и ребят, которые пришли нам, рассказали о такой беде 21 века, как наркотики, о борьбе с этими наркотиками, показали, чем можно занять себя во внеурочное время. И призывали всех наших студентов, чтобы они посвятили свою внеурочную деятельность занятию спортом в наших спортивных школах. Каждый из сидящих в зале уже не раз присутствовал на подобных мероприятиях и знает всю правду о наркотиках. Антинаркотические акции проходят ежегодно. Ребята принимают активное участие и с каждым разом укрепляют свои позиции, главное из которых – здоровый образ жизни. Такие мероприятия нужны для того, чтобы человек задумался о том, что наркомания – это не нужно, оно ни к чему не приведет. Спорт – это жизнь, движение. Человек должен заниматься спортом, участвовать в разных мероприятиях. Не шастаться где-то в переулках. Мне кажется, с такими мероприятиями все больше ребят перестают курить, пить и заниматься всякими плохими делами. Екатерина Клименко, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба».